Блядь, ты раз надо? А что это важно? Сколько у тебя боев? А что это важно? Оно все понятно. Тирак, откуда тебе знать? Я играю в удовольствие. Слушай, в кимате мы играем в кайф и ни про что не думаем. Нас не интересует стата, нас не интересует количество боев. Мы заходим поиграть, повеселиться. Таким образом мы отвлекаемся от реальной жизни. Просто играем в кайф и никого не слушай. Забудь про стату, забудь про следуху на танке. Просто веселись один, а хочешь во взводе с другом. Другом. Стата, стата. Это не главное в этой игре. Катай с другом, веселись. Забудь про стату, забудь про все. Отключись от реальной жизни, ведь игра не для этого создана. Стата, бои, нас они не интересуют. Просто кайфуй, хочешь один, хочешь с другом. Но знай, стата не главное. Стата, бои. Серьезный урон на танке, этим всем запороли мозг. Просто наслаждайся и кайфуй. Отвлечись от реальной жизни. Катай, веселись. Ты знаешь, стата не главное.